Мне очень интересно наблюдать за развитием событий и именно за не столько за Польшей, как там население будет реагировать. И я понимаю, что там точно так же информационно и идеологически население готовят к строительству. Есть и в СМИ просачивается информация и протестов против строительства в Польше. Мне интереснее наблюдать за литовцами, когда же все-таки они начнут говорить, что им нужно. Потому что, конечно, это не то, что настораживает, это обидно. Я соглашусь с вами в плане, может быть, в отместку стоило бы и нам говорить и значит, протестовать против строительства в Польше атомной электростанции. Но мне почему-то кажется, что белорусы более здравомыслящая нация и более рассудительная в этом плане.